что-то играли, видимо, все видно было. То, что мы планировали, мы сделали. Единственное, что мы сделали, как всегда, это не забили гол. Не буду сетовать в шестой раз на наше невезение. То есть, если вы проанализируете все матчи, значит, там, это уже не первый пенальти, когда мы забиваем, проигрываем игру. Это не первое подавляющее преимущество в игре, и мы все-таки не контролировали мяч и контролировали игру. При всем уважении к Кавани, что эта команда мне симпатизирует, у них всего лишь был один полумомент. Даже не назову это моментом, это просто игрок из полного, за счет индивидуального мастерства был забит мяч. И больше момента, насколько я помню, Аланя мы не создавал. Заслуга наша, мы изучили соперника, мы в принципе постарались, перекрыли его в обороне. Но впереди, опять же, мы создали, мы не знали, где слабые места в Алане, мы их использовали. Но техническое мастерство наших нападающих, это подтверждается уже который раз, не буду уже этого скрывать, никогда я не обвинял нападающих на забитых мячах, но уже можно уже начать обвинять, потому что все-таки единственная причина нашей команды, это не, потому что у нас была проведена неправильная селекция по нападающим. Вот со стороны казалось, что Алания, в общем, как будто более рослая команда, а как-то это в игре не было заметно. Это вы как-то подготовили специально к этому? Или так? Именно то, что Алания рослая команда, мы подготовили игру, честно вам скажу, такого не было. Но интенсивность и борьба, которую мы должны были навязывать, значит, единоборство, соответственно, она у нас идет в каждой игре. Мы, видимо, справились с ростом, просто за счет правильного выбора позиции и своевременного включения в момент, то есть эти моменты можно перекрыть. Вопросы? Тогда еще такой вопрос был. А вот вы стараетесь атакующий футбол команде прививать, а как бы результаты, как бы место-то в таблице, не, как бы, как вы считаете, во второй лиге, может быть, не очень это выгодно применить? Ну, может быть, это не выгодно, это, допустим, стиль, которым, ну, честно говоря, он внутри. И я не знаю, чем закончится положение после сегодняшнего матча. Но я вам еще раз говорю, если даже мне еще раз дадут еще одну игру шанс, ультиматум, может быть, этого и не будет, я все равно буду атаковать. Потом вопрос. Комментарий один только. Устраивает результат, а все остальное это конечно. Не хочу говорить так в жесткой форме, но... Ну, игра есть игра, и бывают и такие игры, поэтому я еще раз хочу и поблагодарю ребят за первую победу домашнюю, поэтому еще раз говорю, такие игры тоже бывают, но содержание игры, еще раз говорю, помимо результата, все остальное не устраивает. А вот в обороне было, ну, несколько раз были такие моменты, когда вроде в простых ситуациях там вот возникали голевые моменты, они вот... Это все связано, я думаю, это мое мнение, это уже как тенденция. Забиваем его и все, и становимся. Я понимаю, ребята молодые, хотят удержать счет, но я только с этим связан. Плюс сама игра она показала. Не то, что там в обороне, но в целом игра показала, что здесь это, конечно, тренерские, может быть, я это все беру на себя. А вот было на поле много борьбы, а вот как поле оно подходило к, ну, к другой игре? Или вот из-за поля, может быть, тоже было такое? А поле что? Поле что? Поле идеально. Да? Здесь поле не. Причем все играли в разных условиях. Пятигорск достаточно хорошо контролировал мяч, им поле не мешало. Поэтому здесь поле ни при чем. Вопрос еще. А кого-нибудь вы могли выделить из игроков обоих команд? Из своей и из нашей? Ну, в целом, что касается по сопернику, они первую игру, которую мы на кубок играли, они показали достаточно содержательную игру. Именно игра, которая короткий, средний передач. Поэтому здесь надо в целом отметить Машу. Есть командная игра, есть рисунок игры. Ну, хочу пожелать, дай Бог, чтобы они в том же духе продолжали. Что касается у нас, индивидуально кого-то выделить, я не могу. Еще. Но они вашу установку сегодня выполнили? Ну, игра сама показала. Я думаю, вы смотрели футбол, вам понравился?
Ну, лучше становится, лучше. Ну, с каждым игра разом. С ротором была и сегодня. А, ну с ротором другая. Ну, мы да. хотим стремиться. Зато эмоциональный заряд был хороший в игре. И зрителей больше стало. Это уже очень приятно. Все. Отдельное спасибо им хочу сказать. И ту игру пришли они, около 3000. Поэтому здесь только надо, чтобы с каждой игрой все больше и больше. Но это надо заслужить.